Ну что, господа, всем здравствуйте. Продолжаем проходить Dishonored. Погоди, Пьеро. Перед тем, как мы будем выполнять миссию, там надо же, я так понимаю, разобраться с лордом-регентом. Давай глянем, чего там. Так, 10 маны из 10. Это ничего не надо. 3100 монет. Я не знаю, что там будет. Ну, будет ли эта миссия сложной, но быстрая перезарядка и возможность автоматической перезарядки. Давай сейчас просто проверим, как это работает. Просто проверим. Боевой усыпляющий дротик. Это не надо, потому что если Корва обнаружит, то это уже не стелс прохождение, дальнобойный. Болты летят быстрее и дальше. Это тоже надо, потому что даже при остановке времени бывает так, что они не успевают долететь, и враги замечают Корва, и это уже не стелс. Увеличивает кучность и точность. Но это не надо, потому что они и так точно летят. Достаточно попасть усыпляющим дротиком в руку, в ногу, и все. То есть. И все. Так, ну давай посмотрим, как теперь этот арбалет стреляет. Нифига себе разница. А если, ну вот, допустим, вот я время замедляю, да? Что это, 8, да? На. Слушай, ну, действительно, ну в этом случае, конечно, надо покупать кучность. Я сейчас просто. Да. Давай. Давай, короче, смотри. Значит, смотри. Улучшение. Меткий арбалет. Кучность и точность. Ну-ка. Просто интересно, как это сейчас работать будет. Вот они. Усыпляющие дротики, да? Да, смотри, как это. Быстрее прицел сводится, и можно больше противников усыпить за время остановки времени. Ну, окей, сейчас это я загружусь тогда и купим. Все, отлично. Вот и понадобилось золото. А больше ничего и не надо. Вот эти все пистолеты, там улучшение клинков. Играем же все равно по стелсу и без уничтожения, правильно? Так что... А ну, запас костяных амулетов разве что тоже надо бы купить, наверное. Да, давай это все возьмем. Перезарядку. Вот это скорость, меткий арбалет. Еще 1300 монет остается, это ничего не надо. Это, ну, все равно крадемся, все равно. Так, и... Ну и все, получается. Сколько там мы можем с собой амулетов-то этих таскать? 6. Ну вот, отлично. Так. Белые крысы встречаются вам чуть чаще. Я пока не знаю, какая между ними разница. Званый гость. А, вот это хорошая штука. Так, оружие в руке не замедляет вас. Ну, то есть он быстрее бегает или как? Я что-то не пойму. Если с арбалетом он бегает медленнее, то... ну, наверное, это надо, я не знаю. Hello, sir. Добрый день. Так, значит, теперь давай по заданию смотреть.
Тригент. Сделать доклад. Отправиться с Самуэлем к башне. А, это все сделано, короче. Ну все. Так, теперь вот это давай. Они же меняются постоянно. Эта локация обновляется в плане рун вот этих вот, да? Да, и еще что там у нас по рунам-то получается? 8 рун можно прокачать. Можно вселение улучшить, если надо оно. Вот. Перенос. Ну, в общем, сейчас по ситуации посмотрим. Если эта миссия финальная, то готовы встретиться с лордом регентом. Самое время с ним разобраться, я так считаю, давно пора. Ну, пора так пора, пойдем. Поплыли. Все. Собирайте руны. Ну тогда. Пора положить конец правлению лорда регента и сделать Эмили законной императрицей. Мы на месте, Корва. Наверное, у вас не самые приятные воспоминания о башне. У вас есть отличная возможность раздать старые долги. Правда, сперва придется перебраться через шлюз. Но важнее всего убить лорда Риггента. Он построил себе комнатушку на самом верху башни. Говорит, это его убежище или как-то так совсем спятил. Раз уж принялись за осмотр достопримечательностей, так вот здесь станция вещания, оттуда делать все объявления. Туда заглянуть тоже не помешает. Ну, сейчас разберемся. Готовы? Когда снова увидимся, лорд регент уже будет мертв. А если выйдет иначе, сразу скажу, для меня была честь служить с вами. Ну, мы же его не уничтожать собираемся, а как-то вот так сделать, чтобы нейтрализовать, да? Так, регент сбежит в защищенную комнату на крыше, да? Прям как в этом, в Хитмане. Станция вещания находится в башне. Как дополнительная, да? Вот вы и вернулись туда, где все началось. В башню Денуола. Ну, окей. Окей, давай. Оп. Оп. Так, сложность. Окей, все. Так, и чего? Башня Денуола. А чё ты, слушай, нифига тут плыть-то. Что за ерунда? Обновлены? Дополнительные поручения. Возможно, через дополнительные поручения можно будет его не уничтожать, а именно нейтрализовать. Найти станцию вещания. Давай тогда это... станцию искать. А, ну то есть она не показывается. Ну вот. Это что? Так, я надеюсь, я смогу. Только не говорите, что не смогу. Похоже, придется тут прокачивать. А, не-не-не-не-не-не-не, нормально, нормально. Нормально. Это куда вообще? Ой. А, надо не забывать, что ману-то не надо тратить. Она же восстанавливается. Там крыс полно, слушай. А, ну, вот и все. Ой. Крысу раздавил, походу. Случайно. Что такое? О-о-о.
Вот так вот, значит, да? А где они разговаривают-то? Духовность 1. Звучит хорошо, звучит как много маны. Так, какой рандомный амулет мне выпал? Зелье немного лучше восстанавливает ману. Это хорошо. Вы быстрее восстанавливаете ману. Сердце буйвола. Вообще все на ману, вообще шикарно. Больше боеприпасов. Боеприпасы? То есть боевые. То есть мне это не надо, правильно? Ну, давай на всякий случай это уберем. Просто боеприпасы, может быть, это и зелье на ману, я не знаю. Если это пули какие-то там, дротики, опять же, если это дротики усыпляющие, то хорошо. Если боевые, то нафиг оно надо. Правильно. Но духовность, вот это вот, один, видимо, есть духовность 2. Это очень повезло. Это я прям, у меня 10, получается, зелье на ману. И я смогу просто время замедлять. Ой, не замедлять. Так, а теперь вопрос. А теперь вопрос, куда мне дальше идти? Потому что я не понимать. А. Ну ладно. Ну ладно. Ой-ой-ой. Я забыл. Я вот про это забыл. Я вот про это маленько забыл. Я давно не играл, просто как-то отвык от этой игры. Неделю, что ли, не играл. Наверх как-то надо попасть теперь. Ну что, вырубать надо эту фигню? Все. И то маны сколько осталось. Я могу еще раз. Пульт. Электрическая схема разрядного столба. Перенастроить. А, типа, чтобы она кого-то миссанула. Не, оно не надо. Это тогда... Тогда игра засчитает... Это мы персонажа уничтожаем. Не-не-не. А, ну она и работать не будет, Тесла это. Но все равно. Так, тут кто-то... Кто-то ворчит. Кто-то ворчит постоянно. Да, кому-то не нравится там вот это вот. Опа, сильные руки. Забыл зажать кнопку. К Тесле не хочу его относить, потому что... А вдруг это его убьет? Вдруг кто-то Теслу эту включит? Вот пусть здесь и отдыхает. Сюда все равно никто не пойдет. А вот где вот эта вот станция, непонятно. А, здесь тоже, кстати, непросто будет, похоже. Или просто. Не, ну если... Я могу выключить время и просто пробежать вообще спокойно. Ага. Ладно, сейчас пробежим. Да, я в курсе про шарманки, которые магию подавляют. И вообще, я же могу сделать так. Чё тут думать-то? А, тут еще один. Я понял. Ну все, ладно, сейчас
Сейчас все сделаем. Окей. Тут же еще один, да, был? Крыса. Ой. Сейчас мы... Ой, у него ключик. Вот все. Сейчас, погоди. Ну, давай вот сюда. Так. Сейчас этого еще отнесем. Ну и куда-нибудь. Вот тут он пусть. Какие-то помехи я слышу. Что это такое? Что? Что происходит? Ну и здесь мы, я так понимаю, пробежим. С отключенным временем, потому что тут силовое поле. Отключить не получится, скорее всего. О. Прикол. А я могу... Ой, тут еще эти бегают. Нифига. Что, простите? Что случилось? Меня Тесла заметила. Ну ладно. Подожди, мне показалось, мне сейчас послышалось или меня заметили? Такой звук был. Attention, Dunwall Tower personnel. Remain on post until you receive further orders. Так, подожди. Станция вещания. А где она должна быть-то хоть? Дополнительные поручения. Ну, наверное, она должна быть в башне. Наверное, она должна быть в башне. Ты чё? Attention, Dunwall Tower personnel. All unidentified persons should be considered. Ну и вот и все, как бы. Сейчас я еще раз время остановлю. Не понял. Ой, да что ж ты будешь делать-то, а? А если повнимательнее посмотреть, то можно обнаружить, что тут есть еще другая
дверь. Так, тихо. Оп. Attention, Dunwall Tower personnel. Remain on post until you receive further orders. Сейчас он дойдет. Эти ходули дойдут. Развернется, мы дальше побежим. Так. Оп, все. Все. Так, больше сохранений. Это ты, убийца, о котором столько говорят. Слушай, я тоже не люблю этих мерзавцев. Пожалуйста, не убивай меня. У меня же дети. Каждый день я могу быть... Я могу ненароком обидеть этого тирана, и меня тут же бросят в Колдридж. Слушай, я тебе помогу. Ага. Чтобы поднять перегородку, поверни этот вентиль. Оттуда попадешь к главному входу, только осторожнее, с миногами. Зазеваешься, пальцы пооткусывают. Вот оно как. Вот не зря я сюда, значит, пришел. Это ничего не надо. Вот это. Так. Оп. А, я вспомнил кое-что. О, сразу видно. Так, теперь давай вот так вот сделаем. Потому что если там рыбки-то они больно кусаются. Башню. А вот так вот. А вот так вот. Окей, так. Хорошее начало. Станция вещания. Begging your pardon, sir, but I think it would be best if you stay in your safe room on the roof for now. I need the comfort of my own bed tonight. I trust you and your men can handle the tower security. Double the guard if you have to. Come see me before you finish your rounds. Yes, as you wish, Lord Regent. Они сейчас развернутся, наверное. Keep this area secure and use that alarm. А, видите что? Yes, sir. Надо как-то до туда добраться. На внешнюю площадку башни. Это куда? Подожди. А, вот даже так. Ой, 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 рыба, рыба. Так, я понял, сюда мне не надо. Наверное, подожди. Там руна, правда? Точно, я про руны-то забыл. Но это сейчас не так важно, на самом деле.
Сейчас важно уже просто задание выполнить. А, они вообще ушли, эти чуваки. То есть я могу спокойно это... Понятно. Оп. Без сознания. Нормально все, да? Не ударился? Все нормально. Ключик. And this train needs to go to the torture. I mean, the royal interrogation. Oh no. Why do I have to take it? He's up. Unless you're scheduled for an execution or for questioning. He's so strange. Always working on something he keeps secret. And he has. Мне нужно. Ух ты. Вот это да. Ха. Не, так не пойдет. А как же мне мимо-то пройти? А, ну. Сделаем сейчас. А, я не смогу пройти. Комната палача. Ты чё? Сэр, I've been hearing strange noises from the end of the hallway. It's probably coming from the torturer's rooms. He's a wild. Не заметил. Just stay clear of him. Everyone does. What's wrong? He's a mute. But it's more than that. I heard the overseers were furious. Да ладно. Плохо. Смотри, что есть. Оп. Найти комнату палача. Зависла. Так, а куда? Тут же вроде никто не ходит. Не, никто. Так, отдыхай. Сейчас мы тут посмотрим, что есть. О, духовный? Отлично. Покушать. Покушать. Комната палача. Дальше нам, да? Ух ты. Ух ты. Он сюда идет, да? Ну тут, конечно, да, сейчас подумаем. А тут другой проход есть. Я проще. Смотри. Оказывается, нужно было просто быть повнимательнее. Вот. Вот так вот. Ой, сюда идет кто-то. Just stay clear of him.
Everyone does. What's wrong with him? He's a mute. But it's more than that. I heard the overseers were furious because they suspect him of practicing the dark arts. The Regent ordered them to leave him alone for now. Like I said, avoid the area. Но сюда вроде никто не пойдет. Так что отдыхай. Так, живая, живая. Так, нормально. Далее. Смотрим. Предметы тут открывать не надо. И вот туда. А там, смотри, кто-то есть. Там еще и руна, походу. Ух. Так, неплохо пока что. Какое-то доп. Задание нашли, походу. Или спасать кого-то надо. Ой, он меня заметил. Я понял. Короче, надо его оглушить. Дротиком. Не, я думаю, не будем дротики тратить. Зачем? Это глупо. Да вы издеваетесь, тут еще и собака. Ладно, тогда придется и дротики использовать. И время останавливать. А, вот, и правда собака, смотри-ка. Что? Он магией владеет. Ну хорошо, тогда вариант такой. Вот так. Ага, ну все, так. А тут и отдыхай. Так, собака тоже живая. Этого спасать надо или чего? Или никак его уже не спасти? Так, Корва, ты в цитадели своего врага. Так стремишься к встрече с лордом-регентом. Впечатляющее зрелище. Как ты покончишь с ним, оружием или правдой? К нему нелегко подобраться. Если бы императрицу охраняли так же, все было бы иначе. Ты хочешь отомстить, или у тебя умеет что-то другое? Ты восстановишь прежний порядок, накажешь злодеев, коронуешь новую императрицу, или отправишь всех разом в бездну? В любом случае, будет отличное зрелище. Так, подожди, а что с палачом-то? Короче, непонятно, что с этим палачом делать. Если его уничтожать, то игра засчитает уничтожение, я так понимаю. Так что надо на станцию вещания как-то идти. А она наверху.
А, ну так она наверху, так я сейчас и пойду наверх, все нормально. А, тут видишь что? В смысле? Почему я не могу его скрытно оглушить? Странно. Куда мне его положить-то, даже не знаю. И дверь закрыть. Да, она близко, станция-то. А. Ха. Да ну. Так, давай на станцию вещания тогда сначала сходим. А, вот этого надо куда-то спрятать. А почему я не могу его нести? Там Тесла. Наверху станция. Так, эту Теслу надо как-то отключить. Так. Я понял. Видимо, никак. Ну, может, наверху как-то можно, я не знаю. Citywide ban on whale oil is now in effect. Citizens are encouraged to bring any whale oil in their possession to the city watch at once. Anyone caught burning oil will be subject to arrest. This message is a directive from the Lord Regent himself. We must all trust. Так, а что с ним делать? Поговорить? То есть он не враг, он обнаруживать нас не будет. Добрый день. Please don't hurt me. You're here to kill the Regent, aren't you? Spare my life, and I can help you beat him. He makes recordings on audio. О, без уничтожения. Ну вот. Destroy him if others heard. Там. On this amplifier, his confessions will be broadcast throughout the city. He'll be ruined. The audiograph card you want is in a safe in the Lord Regent's room, but I was able to see the combination over his shoulder. 935. Trust me, what's recorded on that card will do the trick. Good luck. Отлично. Вот палач, что с палачом-то делать? Непонятно. Непонятно. 935, значит. Так, теперь мы возвращаемся. Ой, а можно выключить эту фигню?
Я никак все уже не вырубишь. Она будет бить током. Ну, у меня, в принципе, зелий много. Да, эта штука будет бить током. Это вообще прям не очень хорошо. Придется пробегать. Я понял тебя. Значит, надо как-то через этот. А я что, не сохранился, что ли? А. Угу. Сейф. Так вот можно, в принципе. Так, теперь мне нужно в комнату лорда. И сейчас там... Глазики включили. Он там один? Вот и все. А, тут еще. Отдыхай. Руна в сундуке. Опа. Здрасте. Никак. Так. Вот так сделаем. 9-3-5, по-моему, да? Опаньки. Опаньки. Чё нашёл? Так, ну всё, в принципе, тут никого вообще рядом нет. Ну, только один тут ходит. Да ну! Я лучше тогда вот так сделаю. Смотри, что принес. А где чувак-то этот? Куда он делся? Нейтрализация. To rid us of those scoundrels who waste their days in filth and drink, without homes or occupations other than to beg for the coin for which the rest of us toil. And it was a simple plan. Bring the disease-bearing rats from the Pandician continent and let them take care of the poor for us. The plan worked perfectly at first, but the rats, oh, it was as if they sought to undo me. They hid from the catchers and bred at a sickening rate.
Короче, надо теперь амулет искать. Или не искать, уже не знаю. Наверное, уже конец игры. Я так понял. А костяной амулет где-то там, смотри-ка. Ух ты! Quarantines, deportation of the sick. There's always some idiot woman searching for her wretched lost babe, or some sniveling workman searching for his missing wife. And then quarantine is broken. But you can see how my plan should have worked. Get him ready for the walk to Coldridge Prison. If everyone had just followed orders. Это сейчас что было? Да ну. Ну здесь шарманщики. Это же регент. Короче, мы же можем как-нибудь через низ уйти, правильно? А костяной амулет уже не нужен. Зачем, правильно? Тем более, вон, ключ от башни есть. Палач. Парадная дверь башни? Да. Это где? А, ну да, точно. Так тут никого нет, все. Палач остался, ну и фиг с ним. У нас стелс. Опа. А здесь чуваки. И все. Вот и все. Вот так вот это и проходится. Ой. Она же выключена, да? Включено. Так, это мне в самый низ надо. Так, лучше пройти как-нибудь вот так, наверное. Да. Аккуратно. Ну, более-менее аккуратно.
Все, мы вышли. Самуэль. Получилось? Можно, можно отправляться. Время лорда регента вышло. Смотрим статистику задания. О, идеально, вообще идеально. Амулет не нашли, ну и ладно. А тут две руны еще что? Победил верного палача. А, победил все-таки. Смотри, то есть нормально. То есть задание не засчитало, типа уничтожить, но победить, видишь, победил. Ага. Так, 0-0-0, низкая, две галочки. Угу. Ну вот, прекрасно. Большие перемены. Признаться, мне от этого не по себе. Мелким сошкам вроде меня в такие времена особенно тяжело. Но может в этот раз и будет по-другому. Лорда регента больше нет, у аббатства новый верховный смотритель. Я бы сказал, мы свое дело почти сделали. Остальные сидят в пабе, хотят, наверное, за вас выпить. А я, пожалуй, тут поторчу, если не возражаете. Подумаю о том, о сём, пока есть минутка. Поздравляю, Корво. Отпраздновать с лоялистами в пабе. Ничего нет. Ну что, господа, все получилось? Здравствуйте! Все говорят, что ты сегодня... У тебя сегодня все получилось. Черт побери, у него получилось. По всему городу идет молва. Тирании конец. Завтра на престол зайдет Эмили. Мы очистим ваше доброе имя и пустим все силы... на восстановление города. К сожалению, мы будем править лишь малой частью города. Все остальное, кишащие крысами развалины. Боюсь, адмирал прав. Пока вы, Корво, делали всю работу, мы тут просиживали задницу, но завтра мы возьмемся за дело. Сегодня можно отдохнуть. Завтра мы коронуем новую императрицу. Выпьем за Корво, за человека, который изменил мир. За Эмили Колдуин и за новую страницу в истории Данвола и Империи. А где он? Ой, что-то происходит. Что такое? Самуэль, ты идешь как пьяный. Яд подействовал. Он мертв? Лучше бы подействовал, он мне стоил месячного дохода. В смысле? Так точно, Корво испустил дух, как вы того и хотели. Пендлтон предатель? То, что ты хорошо поработал. Помни, тело нужно сохранить, если мы покажем толпе труп человека, который убил императрицу, нас встретят как героев. Что? Да, и к нам не останется никаких вопросов. Мы станем спасителями Эмили, победителями лорда Реджента и его ассасина. Ты присмотришь за телом, Самуэль? Да, сэр. Что? Я страшно извиняюсь, Корво, но я дал вам только половину дозы. Я не мог придумать ничего другого, они за мной следили. Но вы сильные, вы выживете. Я положу вас на плот, а потом смотаюсь отсюда, пока они не прознали, что я пошел им наперекор. Змеюки поганые. Со мной они тоже сделают. И едва я стану бесполезен.
Надеюсь, вы оклематитесь и сумеете выбраться из этого проклятого города. Ну какие? И посмотри на них. Из-за этого Пендлтона Корва чуть не умер на дуэли. Значит, тот чувак, который сказал, что Пендлтон трусливая тварь, был прав? Он был с императрицей, когда она умирала. Отравлен. Тивианский яд. Дилетантская работа, он выживет. Что-то фигня какая-то. Это точно хорошая концовка будет? Опа. Телепортер. Я знаю довольно много, телохранитель. Мне знаком знак у тебя на руке. Подарок от друга, который говорит с тобой из темноты. Говорит, когда ты заходишь в его святилище. Я тоже там бывал. Я знаю, каково это пронзить клинком собственную императрицу. Но я не знаю тебя, не знаю, кто ты и за что дерешься. Ты загадка, и этого я допустить не могу. Опять, смотри. Опять я фиг пойми где. Предали вас, да, Хевлок и Мартин. И Пендлтон. Сразитесь с Даудом. И вот и на обломках затопленного мира, в плену у Дауда. Человека, который убил твою императрицу. Даут. Твои друзья отравили тебя и бросили в реку. Почему? Возможно, этим они пытались защитить себя, сделать так, чтобы никто не узнал об их делах. А может, от власти над Империей их отделял лишь шаг, и они знали, что ты не позволишь манипулировать девочкой? Или ни то, ни другое. Может быть, такова человеческая сущность? Что-то запутано вообще. Просто. Ну вот. Ха. Так понятно как. Тут и думать нечего. Способности-то никто не отнимал. Нет? А, да, все, сам телепортируется. Да ну, ага, крысу сожрут эти, вы что? Она же близко, да?
Вижу синенькое. Нечто синенькое. $30,000 за голову Корова. Неизвестный человек в маске, личность установлена. Это Корова. Это типа что-то не получилось в игре сделать, и поэтому его личность установлена? Или как? Шарманка. А это кто? Кто там? Ой. Ну вот. Ну как так-то, а? А где я сохранился-то? Да ну. Ну, в общем, я так понял, надо как-то отсюда выбираться. А там ассасины, значит, да? Ой. Ой, что-то не получилось. Они как-то так... Мне как-то их было даже не обойти. Надо подождать тогда. А, он не уходит. Замечательно. Что не так? Почему? Почему так? Почему так? Почему не получается? Их нормально... Потому что я не успеваю чуть-чуть. Ну вот, теперь нормально. Это есть не буду. Ага. Монетки. Стоять. Тут же еще должны быть ассасины. Причал Радшора. К вашему снаряжению. А, тут еще и снаряжение. О-о-о. Вот это прям... Я даже не знаю, как... Как мне тут быть? Ну, ты чего? Так, сначала снаряжение. Потому что арбалет нужен. Нужен арбалет. Ой, что? Что это? Что это такое? Что произошло?
Это что? Это что такое? Я дико извиняюсь, но это что такое вообще? О, тут еще и плакальщики. Это плохо. Ну вот я же говорил, это плохо. Неужели мне придется их оглушать? А, тут их трое даже. Слушай, ну это уже совсем. Если их трое... Короче, надо как, надо что-то придумывать. Надо в эту дверь зайти, забрать все свое снаряжение и потом быстренько выйти оттуда. Потому что тратить на них... А, даже так. Вроде как не заметили. К вашему снаряжению. Так тут плакальщики одни сплошные. Офигеть. Что за ерунда? А, ну они еще и видят, замечательно. Я чувствую, я сейчас все просто потрачу. Потом еще возвращаться ж как-то надо будет оттуда. Да ты что, ты с ума сойти, а? Ну как я тогда, тогда пройду оттуда? Крысы не кусают плакальщиков. А, все, у меня закончились. Замечательно. Какая жесть. А, там руна. Я могу, конечно, за этой руной сбегать. А вот она. Теперь надо как-то в это здание попасть. Здесь никак, да, не пройти?
должна быть какая-то лестница. Ага, во, все. Есть лестница. И не только, вон тут еще какая-то фигня. А, труба. И как? Не, не по этим. По этим нельзя, что ли, забираться? Слушай, походу нельзя. А как тогда? Надо думать. Лестницы можно управлять из control room. Не работает. Так топливо, получается, нужно, да? Может, оно там? Просто тогда непонятно, где оно. Просто тогда непонятно. А, это вот, ага. Тогда непонятно. А-а-а, я понял. Все. О, тихо. Я понял. Я понял, что нужно делать. Сейчас. Воу-в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 оу. Оп. А чё крыса? Нифига себе. Прикольно. Лестница как в Хогвартсе. Так. Прикольно они придумали. А где снаряжение-то? Улыбка фортуны какая-то мне выпала. Очень редко зелья полностью восстанавливают ману. А! Ну, это... Это как бы очень хорошая штука. Полностью восстанавливает ману. Снаряжение где? Да что ли, иду? Я застрял. О, нормально.
Что? Как я упал? Как я упал? Каким образом? Опа. Опа. Тут чуваки. А маны нет. Что там? Важнейшие инструменты. А, и денег, кстати, тоже нет. Они ушли, наверное. Ой, только не говорите, что мне опять нужно это самое. Не, все гораздо проще. Так, подожди. Это все забираем. Ой. Он автоматически, да, опускается этот мост. Мое снаряжение в самом низу. Ой, там чуваки. Там эти, короче. Плакальщики. Я интересно. Не, так не получится. Я же говорил, так не получится. Плохо. Так, ну, с ним, в принципе, легко будет разобраться, я думаю. Плакальщик. В смысле? Так это же этот.
с клеймом. Это он! Прикинь, он теперь плакальщик. Офигеть! Тут, я думаю, знакомое лицо. А, сюда же точно. Выбросили снаряжение. И эти штуки, да? То есть... А эти, как их называют? Предметы-то... О, 5. Отлично, ну хоть так. Ну вот, теперь нормально, сейчас вернемся. Теперь же отсюда надо как-то выйти. Сюда мне опять подниматься. Ой-ой-ой-ой-ой. Или не ой-ой-ой. А может и не ой-ой-ой, кстати. Я думал, в игре должно быть предусмотрено... Ну, предусмотрен быстрый возврат. Ой, шикарно. Да-да-да-да-да, должно быть что-то подобное. Чтоб весь путь не проделывать. Все, замечательно. Ой, а я не туда пришел. Еще и крысы. О! Нормально. Мне ж наверх надо. И так, чтоб не заметили. Так можно было, что ли? Что такое? Видимо, что-то случилось. Видимо, что-то случилось. Так. А, эти сейчас меня заплюют. Пистолеты. Ой. А что ты будешь делать-то? А что ж ты будешь делать? Сохранение, смотри-ка. А я не могу разве это, ну, вот так вот взять и... В смысле, а где эти? Ой. Что-то я прям не вижу. Не вижу, как ко мне он подходит. Ой, а он не разбился, нет? Он разбился, прикинь. Ну, блин, нет, так не пойдет. Может его подхватить как-то? Можно. А, он сам сейчас.
Без сознания. Но сюда никто не пойдет. Я так подозреваю, Даут сам может пользоваться мэджиком хранения. О! Ну только не падай. Но не... Все, пошла магия. Ну почему ты упал? Тихо, тише, стоять. Да ну. В смысле, ключ? А, да? Ключ на дереве? А, ключ наверху вообще. А, да ладно. Нифига. Окей. Фтю. Они там что-то перемещаются. Будто бы не заметили. Будто бы и не заметили. Есть тут еще интересные враги. А, есть, есть, смотри-ка. Ну, я даже не знаю, Здесь что-то прям очень много врагов. Пробежать, конечно, можно, но это будет сложновато.
Это будет сложновато. Тут реально много их, смотрю. Как мимо них пробежать-то? О, увидел. Ладно, давай попробуем чисто время. Время выключить. Потому что тут так, ну, не получится. Наверное. Надо наверх. А может, и пройду, слушай. А вот это плохо. Без сознания. Опять? Что такое? Придется этот зелье маны убрать. А может просто пробежать? Зачем? Чем мне? Не, все равно видят. Ладно, тогда. Вот так. Вот так вот, наверное. Ага. Они сюда смотрят, кстати. Тихо. Без сознания. А крысы его не сожрут, я надеюсь. Потому что если сожрут, то будет вообще печально. Или подальше его убрать.
Да не, вроде не должны. Получится, да? Да. Придется мне никак тут, короче, надо ждать, пока он выйдет, либо тратить на него эти дротики усыпляющие. Ну да, вот так вот. Без сознания. Давай сюда куда-нибудь его положим. А он тренируется, да? Это вот так. Что такое? А, вон оно что. Ух ты, что есть, смотри. Ух ты. Так это надо куда-то тут смотреть. Без сознания. Я не могу туда попасть, да? А еще туда можно попасть. Так, сейчас подумаем. Ну, он тут один, как бы ничего страшного, наверное. Воу. Красота. Пробрался. Ключ. Показать дал... Что? Подожди. Месть. Показать Дауду, на что вы способны. Украсть кошелек у него с пояса и уйти, не тронув его. А, да? Ну давай. Сейчас
So you've lost it all. Ruined at last. Lord Regent. Royal Spy Master. Hiram Burrows. Big small, worried man. Hmm. I've thought about trying to get close. Подожди, вот сейчас, вот пока непонятно. Тут их двое. Good riddance to you, sir. So many schemes you had, and so many contracts. How many people did I kill for you? Nice try, Corvo. О, да? Нифига себе. Слушай, он сквозь время видит. Ему вообще пофигу то, что я время там останавливаю. Офигеть. Так, теперь надо вниз куда-то, да? Ага. Ну, почти видит. Это оно? Туннель к воротам. Руну показывает. Смотри. Милосердие, достижение. Вы пощадили цель. Ха-ха. И амулет сразу же. Выносливость 1. Ага. Так, ну это ладно. Что теперь? Ворота. Ой, рун там где-то далеко. Я надеюсь, тут никого нет. Руна, кстати, не так уж и далеко, но не особо-то она и нужна, если честно. Да я так понял, сюда и не залезть. В смысле, как он меня не заметил? Как? If only you knew how to tie off a boat. We need to make up our minds.
That guy in the mask I saw? He came up from the dry canal. That's whaler territory. Мужик в маске. Угадайте, про кого они говорят. Ключик-то нет. О, там стражники. Надо что-то делать. Надо, короче, видимо, мимо них идти и вот наверх. Кто еще тут бегает? Вы что, ребята? Вопрос, как мне пройти? Keep your head and you'll be on the stilts in no time. I'll do my best. Put in a good word. Ага. Я понял. Кажется. А, там еще один. Но эти ворота, они бьют только бы. Стоп, что-то едет. Может быть, это оно? Бьет током, я понял. Значит, надо подождать, да? Нормально. Опа, вот так вот, старые катакомбы. А, вот даже так. А враги тут есть? Ну, наверное, эти плакальщики будут. Скорее всего. Ничего тут всякого. Всякой всячины полно. Но это нам уже ничего не нужно. Куда они идут?
спуск в катакомбы. Ой. А кто меня увидел-то? А, меня увидели эти, я понял. Плакальщики. Опять? Так, где они там бегают? А вот они. Хорошо. Taking down all the lords and ladies. No way through this gate unless you've got the sewer key. Only one place to get that key, and I wouldn't go there. Not for all the gold in Dunwall Tower. Not again. Maybe you could pull it off, though. Something attacked us in the distillery. It used the rats. I know it sounds crazy. Then it run back under the streets. So we come down here to kill it, Slackjaw leading the way. Went bad. I barely crawled out. Don't know what happened to Slackjaw. He had the sewer key, though. Универсальный ключ катакомб. It was a fog, then rats. Rats everywhere. Slackjaw chased him deeper into the sewers. И куда мне идти? Тогда вопрос, туда что ли? Slackjaw still in there. If he can kill it, I don't know. А. Сюда получается. Но здесь что-то на меня должно напасть, правильно? Если я не ошибаюсь. А, это эти, что ли? Я понял. Это эти штуковины. Причем они что-то сильно так бьют. А, это воздухом, чтобы подышать, я понял.
Мне кажется, или ключ двигается? Мне это сейчас показалось? Нет, мне не показалось. Старая ветошь? Ты чего? There's my love. Are you ready to help get Slackjaw's bones? Granny has some birthday gifts for you. I've been saving them up in case you ever came back to me. Да нет, ты чего? С ума сошла, что ли? Безумие, конечно. Not going to help Granny? Well, I'm disappointed. You better leave. Типа, если нажать, то его это, расквасит, что ли? Have a change of heart, dearie. Ну, допустим. А ее можно обмануть как-нибудь? Aren't you a gentleman helping Granny Rags with her stew? We'll eat well tonight, sweetheart. First thing, you'll have to put him to the knife. Don't want him crawling out of the pot now. What you doing? Listen, Amikovo. Don't help her. Don't let her kill me. Оглушить? You could have anything you have to gut him. Corn, whiskey. I got a key to the sewerways. Да я понимаю, что ключ у тебя. Надо как-то сделать. Kill him first, my love. Then we can remove the chain. What are you doing? Don't help her. She's out of her mind. I can reward you. What do you want? Money? Weapons? Так. В смысле умрет? Не. Чему? Надо ее оглушить тогда, получается, или как? Надо ее оглушить. A pretty Look around. There's a cameo over your friend. Oh. Destroy it with the furnace. It says in one of her books it's В смысле? А, нифига себе. Она, короче, какая-то это. I won't go away. You can't kill me. И что? I control the clouds. They come and go at my command. Какое печи уничтожить эту? Не понял. Урод, ты ходишь по интересным местам. Между молотом и наковальней. С одной стороны старая ветошь, с другой человек, который всю жизнь не расстается с ножом и бутылкой. Ты выползаешь из затопленных руин, чтобы вернуться в паб, где в последний раз видел Эмили. Где она сейчас? Что ты чувствуешь, зная, что союзники предали тебя? Удивительно, но все всегда верят в лучшее. Даут, человек, убивший императрицу, он был у тебя в руках, и ты позволил ему уйти. Ты меня поражаешь. Печь? Отстань, говорю.
What's wrong? Can't you find me? You will die, and I'll carve spells into your lips. Все, успокойся. Офигеть. Крутая, конечно, она, да. Так. Живая хоть. Живая. Ну ты даешь. Ну ты, конечно, и попал в передрягу. Что это было вообще? Серьезно. Unlock me. Wanna know something funny? When we were kids, we were all scared. А оказалось, она вон какая сильная. Terrible witch. Then we grew up and figured she was just a sad old lady. We were right the first time. Сперва-то мы были правы, смешно, правда? С меня причитается, а это так, пустяк, но больше у меня ничего нет. Удачи тебе, Корова. Да. Так. Без сознания. Ну и отлично. Дренажная труба. А зачем она там? Через эту трубу можно вернуться, что ли? Опа! Вот я и пришел. А чувак-то живой еще? Или... А, он ушел? Он ушел куда-то. Кто там? Там люди, причем нормальные вроде. Господа. All the others, dominant sickness. I swear I have nothing you want. I don't have anything to take. The children inside. I told her. Did they take him? Выход. А где выход-то? That's such good news. Our boy is safe. Boat captain was decent. Your cousin was on board. We can lay low and meet them tomorrow. Leave with the next group. All right, we can share this apple tonight. In a week we'll be on Addie's farm. I know you never liked her. Что не так? Где? That's all that matters. Где я? Серьезно? Подожди, а где? Господа, мне нужно идти. Ой, 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 ой. Все, да? Разорвало. Офигеть.
творится, а? Чё тут? Гнилые груши. Опаньки, где я оказался? Пёсья яма, здравствуйте. О, вообще отлично. 0-0-0-0, низкий хаос, две галочки. Убил ветошь по просьбе Слэкджова. В смысле убил? Вообще-то не убил, оглушил. Ну и вот, пожалуйста, тут как бы галочка стоит, не знаю. Сюрприз! Please, no. Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed, except for Samuel. He seemed sure. No, Samuel, да, он. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore. Он же только половину яда дал, поэтому живой остался. At first, Penel. Чего он сказал? They said it was time for Sokolov and went off to his cage. I don't know what happened after that. Ага. Значит, жесть началась у них тут, да? О. Неплохо, да? И все. И вот так вот. Так, без сознания, без сознания, без сознания и без сознания. Спиро. А еще с этими поговорить надо. Еще с ними... Тихо. Балкон мастерской Пьеро. А, тут... Да ну! Ну, слушай. Я даже не знаю. Так, теперь пойдем наверх спасать Эмили. А, тут цепь еще есть, смотри. Стражники. Внезапно. Второй где? Сюда идет. Тише. Так, больше тут никого нет. Так,
Помнишь, я говорила о рисунке, который нарисовала для тебя? Вот он. Не знаю, где ты сейчас, но надеюсь, ты увидишь его, и он тебе понравится. Мне бы хотелось взять его в башню, когда мы туда вернемся. Сегодня все ведут себя как-то странно. Я слышала, как Самуэль шепотом говорил Калесте, чтобы она выстрелила из ракетницы, чтобы позвать его. А еще он сказал, чтобы она заперла дверь в мою старую башню. А адмирал сказал остальным, что сегодня мы уезжаем в место, которое называется Маяк на острове Кингспарроу. Как бы мне хотелось, чтобы ты вернулся, прежде чем мы уедем. Так. Теперь... Калиста, балкон, мастерской Пьеро. Но здесь эти ходят... Ходули, я не знаю. Смотри-ка, что тут есть. Окно какое. Оу. А что они делают? Включить столб. Не, мне выключить его надо, наоборот. Калиста. To converse with someone on my own level. Couldn't agree more. Your expulsion from the academy was a crime against natural philosophy itself. Which you might have pointed out at the time. But it's pointless to hold a grudge. Corvo, good to see that you still breathe. Ah, Skolov. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pipe. Разрядный столб. Only just. Это устройство посылает мощный электрический импульс через нервную систему, заставляя врага потерять сознание или сжигая его дотла. Ну, лучше первый вариант, конечно. Я настроил его так, чтобы он не причинял вреда нам. Устройство сработает только в том случае, если рядом враги. Это разрядный столб мощнее, чем старая модель. Он поражает врагов на большем расстоянии, не трогая нас. Мне нужен только последний алгоритм, я записал его на чертеже этого устройства. Хэвлок изучал его перед резнёй. Принесите мне чертеж. Он был в его... спальне, надеюсь, никуда не делся. Ладно. We can get this device working. Ладно. Or you can go out and remove our enemies one by one, whichever you think. Да не, сейчас я принесу. Сейчас я принесу эту штуку. Так, она внизу где-то, да? Там есть кто-то. Да, реально, а что они тут делают? Ничего не бывает, так все просто. Они охраняют комнату. А, ну ты что? Да ладно. Да как так-то, а? What? Why is no one making rounds over here? Куда он пойдет? Куда он будет смотреть? Отдыхаем. Так.
чертеж выбросил, прикинь. Без сознания. Без сознания. Так, теперь надо к Пьеро идти. Сейчас включим эту штуковину. А вообще-то да, мне кое-что нужно. Теперь включите его. Разрядный столб готов. Это устройство посылает мощный электрический импульс. Так мы это уже слышали. Merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? Усыпить, конечно, усыпить. Усыпить их. As you wish, Corvo, we will be far away before. Когда они очнутся, мы будем уже далеко. Корво, всем готово. Осталось лишь подсоединить устройство к баку с ворванью. Вы окажете мне эту честь? Да, можно купить у тебя... Да-да-да, давай быстрее. Разрывная пуля. Да ты что, с ума сошел? Вот эти штуки нужны, вот эти штуки нужны. И больше ничего не надо. Улучшение, дальность, боевой. Ну, бесшумные ботинки разве что. Оптика. Делает шаги еще тише. Давай возьмем. Зачем оптика, только непонятно. Для чего она нужна? Лучше видеть, а что тут видеть-то? Так, подсоединить надо, да? Everything is ready, Corvo. All that remains is plugging in the whale oil tanks to power. Will you do the honors? Можно еще купить у тебя? I'll make what you need as long as I have the necessary materials. Все, теперь идеально. Теперь все идеально. А, я не могу. Я не могу сохраниться. А сейчас могу. Все идет отлично, все идет нормально. А где? А, нужен... А где тут пустые баки-то? Я что-то не вижу ни одного. Так нет. Гнездо вижу. А, серьезно, так все просто. Ты чего? Я вот что, типа ударил, что ли? Не-не-не. Так. Куда эту штуку подсоединять? Понял. А, видимо, наверх.
Я уже не помню, где она находится, просто гнездо. Заметил кто-то. А, вот это гнездо. Но это заново надо. Вот он меня увидел, да тогда. Гнездо. Нормально. Эти-то живые хоть? Очень надеюсь, что живые. Теперь к Калисте типа идти надо. We once discussed a system of signals to be used in Emily's tower for communication across. А то он, может, там разбился с этих сходулей, упал. Ну вот теперь Калиста только осталась. Калиста это Корво. Корво, I can't believe you're alive. They killed everyone, Корво. They killed everyone to cover it all up. Then they took Emily with them and they left. I couldn't do anything to protect her. Please find her. Make her safe. All his talk of being an honorable military man. But Havelock will use Emily like a puppet to his own advantage. Something changed in the Admiral as soon as the Lord Regent died. Ракетница? Martin was acting strange, going quiet if any of us were near, whispering late into the night with Havelock and Pendleton while you were out doing the real work. I think they realized they were one step away from holding the same position the Lord Regent had, and worried they'd be held accountable for what they did here, as the Loyalists. They would have killed me too, but Havelock spared me. А, Хавлок ее пощадил. Please, talk to Samuel and the others. Someone must know where they're going. Find Emily. She's suffered through so much, and she's got no one else on her side except you. Samuel set this here in case you returned. Ну да, вызвать с помощью ракетницы. Да, я понял. Hopefully there's a place he can dock where the watch won't see him. Samuel. I can't go with you. I'll be okay here. Just go. О, вот он плывет. Ну все. Так. Сейчас будет статистика задания. Я знал, что вы будете здесь. Не стоит играть против вас, а? Я заметил сигнал и понял, что вы вернулись. Я знал, что так и будет. Нужно убираться отсюда поскорее. Армия в руках адмирала. Мартин, верховный смотритель, аристократы и парламент поддерживают Пендлтона. Конечно, им нужна Эмили, но кто знает, на что пойдет Хевлок, решив, что все вокруг рушится. Так, Кингспару, остров. Поехали. Then it's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. Все, поехали. О, все, замечательно. 0000, Ниск. Две галочки.
Опа! Остров Кингспарроу. Прибыли, сэр. Подозреваю, что Хевлок Мартин и лорд Пендлтон высадились здесь некоторое время назад и отправились к маяку. Я так думаю, без боя они не сдадутся. Я как-то слышал, что как адмирал и Мартин говорили, что в случае чего засядут здесь, чтобы войти сюда, придется взять штурмом форт и караулку, и путь наверх только один. Одно могу сказать, я был рад служить вместе с вами. Может, как все утихнет, мы еще увидимся. Удачи, Корво. Если кто ее заслужил, так это вы. Низкий уровень хаоса. Напоследок? Это финальная миссия. Низкий уровень хаоса. Значит, это финал. Низкий уровень хаоса. Раз игра мне об этом говорит, значит, это реально финал. Вот со стороны моря, со стороны гавани. А и Б. Ну, не знаю. Я вижу, что руны, но... Ну, он сюда идет, ты чё? Серьезно? Вот здесь где-нибудь отдыхай. Крысы тебя тут не сожрут точно. Сейчас этого еще усыпим. А, смотрит, смотри-ка. Ага. Туда бы его... Нет, туда лучше не надо. Это чё? Это... Это, прикинь, это турель. Мне тут, наверное, надо просто это, пробежать. Крыса. Опа. Могу так. Могу и так пройти вполне. Давай. Опаньки. А я здесь. Смотри. В смысле заперто. А, тут еще с шарманками ходят. Так. Что мы делаем? Пробежать просто. Не, это нереально. Это уже нереально.
Это надо как-то... Я не знаю даже как. Как я тут пройду? Ой, здрасте. Не знаю. Шарманка тут вот это вот. Ну, как-то так, наверное. Наверное, так. Ой. Человек. Он меня не заметил. Ключ, так. Мне наверх. Он живой? Живой, нормально. Тут цепь есть, но увидит. Спокойно. Где это? Так, без сознания. Без сознания. Там что, Тесла, что ли? Ой, да, там Тесла, слушай. Там Тесла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хранение. А, не увидели, кстати. Но на всякий случай все-таки загружусь, потому что я не уверен, это как оно работает. На, я должен просто пройти, получается, да и все. Ладно, по-другому сейчас поступим. Сейчас. Ну, он уже далеко, смотрю. Я же помню, отсюда должен выходить кто-то. Вроде не заметил. В
без сознания. Без сознания. Вот здесь вот будешь. Оп. Так, и чего теперь мне? Подъемник. Ага. Поехали к маяку. Вперед. Высоко-то как, смотри. Ой, а тут еще кто-то. Еще охрана. Так, не падать, тихо. Все нормально. Отдыхаем. Он один тут? Спокойно. А с кем он тогда разговаривал? Вопрос. Ты с кем разговаривал? Сюда идет. Сейчас тоже усыпим его. Почему-то не показывается он. А, шаги-то не слышны, кстати. Ой-ой-ой. Плохо. Сворачивайся. No. А вот здесь отдыхай. Только не упади. Красота. Это что? Это не нужно. Маяк. Реджент. Подожди, я же вижу свои шаги. Я вообще не шумлю, прикол. Эвлок. Устранить Хевлока. Ха-ха. Сейчас я вам покажу за Орду. А тут ты чё? Что?
by the time she does, she'll be old. She's young. Emily the First could reign for 60, 70 years if she's kept safe. This is all Martin's fault. We hadn't helped her. Ой. Ой. А те-то чё? С теми-то что? I'm almost sorry this moment. This is all Martin's fault. Сейчас, подожди. Ключ нужен. У кого ключ? Все. Спасли, отлично. Итог. Призрак, тень, достижение. Чистые руки достижения. Короче, вообще идеально просто. Сколько достижений, все положительные. Вот и все. Походу. Наверное. В смысле, конец. Все? Вот так вот просто? Конец? Типа... А, ну в смысле, сейчас концовку покажут. Так кончается между царствия. После недолгой смуты Эмили первая колдуин займет трон своей матери. Корво, ты останешься с ней, будешь направлять ее, защищать от тех, кто захочет использовать или обидеть ее. Когда другие кричали бы от ярости, ты слушал и наблюдал. Там, где остальные нанесли бы удар, ты отходил в тень. И вот теперь, когда чума проходит, а Эмили принимает власть, начинается Золотой век. Ты положил ему начало. А эти изобрели от чумы, что ли, лекарство? Да ладно. Через десятилетия, когда твои волосы поседеют, и ты покинешь этот мир, императрица Эмили, в зените славы, Эмили Мудрая, похоронит тебя рядом со своей матерью, потому что для нее ты был больше, чем лорд-защитник. Прощай, Корва. Сумерки. Достижение. Хорошо. Хорошо. Все, да? Все, господа. Значит, игра мне понравилась, было круто. Хорошая концовка открыта. Все. Супер. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем хорошего настроения, всем пока.